7 сотрудников испанского предприятия «Зейр», оборудование которого могло в обход санкций поставляться в Россию и Иран, задержаны национальной полицией, сообщает агентство AFP с ссылкой на свои источники. Официально комментировать ситуацию полиция отказывается. Представительство правительства Испании в стране басков подтвердило факт обысков, но отказалось сообщить детали, поскольку речь идет о секретной операции. По данным AFP, несколько сотрудников предприятия недавно ездили в Россию. По данным агентства, задержанные – члены руководства компании и несколько специалистов. Накануне национальная полиция весь день проводила обыски на предприятии, расположенном в Витории, страна басков, по подозрению в том, что его оборудование, которое может быть использовано в производстве продукции двойного назначения, поставлялось в Иран и Россию, что противоречит действующим в отношении этих стран санкциям. ЗЕЙР производит главным образом станкостроительное и машинное оборудование. По данным местных СМИ, причиной обысков стали подозрения, что через третьи страны, в частности, турецкие предприятия, оборудование попадало в Россию и Иран, где могло использоваться в военном производстве. Цель операции – установить, несет ли ЗЕЙР ответственность за поставки в попавшие под эмбарго страны или испанская сторона не знала о перепоставках компонентов оборудования.